Всем привет, с вами я, Инан. И сегодня я попробую сделать первый обзор во всей своей видеоистории. Итак, у меня костюм бренда Hakmoto под названием Condor. И этот костюм проехал со мной сейчас две поездки. Я брал его с собой в Непал. И вторая – это наша поездка на Урале в Тобольск. Каков сухой итог? В Непале, честно скажу, он мне не очень пригодился, потому что я не люблю холод, но достаточно легко его переношу. И температура в Непале, она все-таки была плюсовая. И все поездки я одевал его два раза высоко в горах, когда мы уже туда ушли за 3800. Там действительно было где-то в районе плюс 7. И вот тут костюм мне, конечно, пригодился, потому что на перевалах очень сильный ветер, и он меня реально спасал. Ну, не столько грел, потому что температура для меня-то была более-менее комфортной для езды, а вот от ветра очень здорово спасал. А поездка в Тобольск позволила мне оценить этот костюм в полной мере. Вот здесь для меня он раскрылся, ну, там, может быть, даже на 100%, скажу так. Первое. Костюм, как я уже сказал, реально очень хорошо защищает от ветра. Вторая история, которая мне очень понравилась, это съемная подстежка. Да, вот молнии, легко пристегнуть всю эту историю. И такая же точно подстежка есть у штанов. До минус практически 10, если у вас есть термобелье и какая-нибудь кофта, и этот костюм вам достаточно для того, чтобы путешествовать на мотоцикле при отрицательных температурах. Да, после минус 10 уже нужен другой экип, скажу честно, либо еще на себя там несколько слоев внутрь одевать, ну, либо уже использовать немножко другую одежду. Что еще? Стандартный набор защиты. Локти, плечи, спина, колени. Все присутствует, легко достается, ставится. Что понравилось, да? Понятно, здорово сделаны все молнии, потому что они тоже, ну, такие, как сказать, с гидрозащитой, или как это правильно называется. Короче, проверку грязью, мокрой грязью и практически дождем костюм прошел на пятерку, на мой взгляд. Мне очень понравилась вентиляция, потому что она такая продуваемая насквозь, то есть у тебя открывается с одной стороны, и практически зеркально там на спине или на заднице есть тоже молнии, которые позволяют циркулировать воздух. Из таких минусов. Не знаю что, вот здесь вот в стоечке воротника, хотя она, как и положено, оторочено мягкой тканью. Все сделано здорово, но мне что-то дико натерло шею еще в Непале. Поэтому, ну, обычными суровыми нитками я просто вот так загнул уголок, пришил. И вот теперь мне удобно. Не знаю, пусть разработчики обратят внимание вот на это место, потому что мне натерло прям сразу. И еще одна немаловажная вещь, которую я бы очень хотел, чтобы добавили, это к бегункам на молниях пришить вот такие вот, примерно сантиметров 7-10, может быть, даже длиной, трепишные такие фалы, потому что в перчатках, особенно в зимних, пользоваться молнией практически невозможно. Ты не можешь нащупать эту маленькую штучку для того, чтобы там, ну, чуть приоткрыть или наоборот подзакрыть костюм где-то вот здесь. Вот. А в целом я костюмом очень доволен. Подводя краткий итог, хочется сказать спасибо ребятам, которые разработали этот костюм и поставили его производство, да, это, ну, наверное, первый отечественный бренд, который в целом может совершенно спокойно конкурировать с именитыми европейскими или американскими аналогами, но при этом по цене все равно, конечно же, как сказать, уступать им, да, но в данном случае это большой плюс. Так что, если вдруг вы задумаетесь о выборе костюма, обратите внимание на продукцию Hakmoto. А с вами был я, Инан.